еще не ходит своими ножками, але мы запрашаем их разом со своими батьками к нам на сцену. Каліласка, семья Пильченко и семья Зуй. Карапуз смешной и милый, спит в кроватке безмятежной. Набирайся сил, сын мой силы милый, мать над ним ворхует нежно. Я так люблю, я так жалею сына, все тропинки, помню, где его носила. Тебе лететь, сынок, по склону ветерком. Возьмите вот этот маленький подарок.
дитя, значит, и великое это счастье. А коли этих детей у семьи аж четверо, дык и счастье увеличивается в 4 раза. Но и отказно за детей тоже увеличивается в 4 раза. И нельзя сегодня не вспомнить семью и ее, якая выховала 4 детей. Старшая дочка окончила музычное училище в Гомелі и зараз працює в городе Калинковичу в школе наставницей спевал. Год тому назад Алеша отправили в армию. Дочка Света учится в Гомелі, а с ними остался самый маленький Василек. Ее учит Раиса Николаевна. Уже не первый год приехала к нам и працуя на молочно-товарной ферме номер 1. Ее учит Николай Иванович, это наш коронный вдовец, наш головный ветврач. Раиса Николаевна и Николай Иванович, пожалуйста, к нам на сцену.